Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, злая Гренни придет за тобой. Быстрее ставь лайк! Ребята, всем пламенный приветик! С вами по-прежнему Овермал, и мы продолжаем устраивать нереально мега-эпичные лего-погони в игрушке под названием Брикрикс! Всем здорова, чуваки! В общем, ребят, смотрите, что мы для вас сегодня приготовили! Это у нас боевая бабушка Гренни, друзья! В Брикриксе, вы представляете, она у нас сегодня будет в роли пожирателя, в роли догонятеля. В общем, вот так вот, ребят. У нас Мал первый, наверное, да? Ты будешь сегодня уезжать, братан? Вот на таком вот автобусе он будет уезжать от вот этой бабушки, ребята, супер страшной бабушки Гренни. Мы знаем, что бабушка вам это очень сильно нравится. Поставьте большой палец вверх, друзья, нам будет безумно приятно. Ну а мы с Малом начинаем наши дикие, мега эпичные погони. Давай я тебе немножко дам времени, братан, чтобы ты от меня отъехал, и я буду за тобой. Ладно, давай я постою, брат, а то я как бы ты не уезжаешь. Давай, все, нормально, погнал, братан. Ой, перевернулся кто-то там, да? Поехали. Все, я еду за тобой. Опа! Быстрый очень! О, полстали! Что произошло, брат? Как я перевернулся так эпично? Ладно, я тебя догоняю, братан. Я еду. Я еду. Капец, у меня бита такая, прям огромная. Так, налево, то есть направо! А если я перевернулся, то как мне сюда? Ты респись, Ctrl-R и все. Опа, или на F-ке отлетаешь. Ай, почти поймал. Какая же она неустойчивая, брат. Она просто неустойчивая. Она жесткая, ребят, вообще падает. Уехать. Опа. Перевернись. Перевернись. Нет. Вау. Все, лежать, брат. Лежать. На еще. Я отъеду. О, куда? Куда? Куда, ребят? Куда он отъехал? А, вон он, Мал. Разворот. Погнали. Погоди. Ну. Ты слишком жестокий, а я еще... Да я жесткий, о, лежать, куда? 3 секунды, Мал, лежи. У нас по правилам 3 секунды, я забыл сказать. Перевернулся, 3 секунды лежишь. Раз, смотри, раз, два, три, бам. А я потому что могу, брат, я могу. Мне можно, я бабушка Гренни. Мне можно все, что угодно. Но! Не, ну давай вот так вот не респись, когда я тебя бью, братан, чтобы было по-честному. Я тебя когда до конца уже размочу, потом респись, брат. На, получи! Да ну вот это слишком. По-моему, я слишком быстро. Быстро, да, брат? Лежи, 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 я до конца хочу. На! Аж лаги, брат, аж лаги. О, просто, где машина? Где тачка, брат? Не осталось, не осталось. Все, не осталось машины. Ладненько, погоди, куда ты улетел, брат? Я никуда не улетал. А куда ты так далеко ушел? А, ты... Я тебя ищу, братан! Я уеду! А я тебя ищу. Ладно, давай махнемся, брат. Давай, короче, поменяемся. Все, да, я от тебя уезжаю, ребятки. Это реально мега эпично. Блин, слушайте, прям Гренни настоящая в Брикриксе. Это что-то, ребят, невероятно шикарное. Раз, два, три. О, что происходит? Что я за сальто сделал? Что это было? Брат, я продолжаю прыгать почему-то. Все, ладно, я сорвался. Не-не-не-не. Нет, быстрее, быстрее, пожалуйста. Я не в канаву, только не в канаву. Красавчик. Я кидаю, ты куда я полетел? Что происходит? Я видел, брат. Реально угарно, брат. Просто жесть. Я взлетел, прям. Фух, ребят, у меня аж слезы. Это самая угарная просто бабушка Гренни, которая прям убивает и при этом... Куда? Нет, упади! Нет! И падай, падай туда, блин, блин. Я не упаду. Нет, просто почесал. Капец лаги. Капец аж залагало. Жесть, все, ребят. От меня просто ничего не осталось. Ладненько, братан, я поехал. Все. Все, давай. Уда, о, падай, падай. Ну стой, ну не стой. Мне нравится, когда ты падаешь, это здорово. Я видел, ты просто за секунду куда-то перенесся в другое место. Это было очень быстро, братан. О, 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 здания там все, здания там все. Ага, я вижу, брат, я вижу. О, я смотрел назад на тебя, братан, и прям в поезд, короче. Чтобы ты как бы не уходил. Да, походу, да, бабушка, это знаешь, такой, за пирожками такая, сынок, внучок, пирожки, пирожки принесла. Что происходит? Я не знаю, брат, почему это так угарно. Стой. Тихо, я не могу переехать. Ай-яй-яй-яй-яй, бамс. Блин, минус колеса, брат. Минус колеса. А, ну, давай. Я тоже, братан. Все.
Все, я почти подъехал. Так, так и постоим, братан. Так и постоим. Ладно, давай перелетим, может вот так на F-ке перелетай. Конечно. Оу! 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 Все, разбомбил. В общем, ребятки, вот такие вот у нас первые погони на таком замечательном фургоне. Давайте мы поменяем сейчас машинку и продолжим. Давай. Ну что, чуваки, мы добавили такой офигенненький джипик, который, блин, выглядит очень прикольно. Смотри. Шикарный просто, братан, джип, куда ты собрался? Я и не видел, ребят, что он туда залез, капец. Давай, прыгай, братан, за джип, короче. Реально он, ребят, у нас вот такой вот замечательный, классно выглядит. Какой-то даже джип, знаешь, оффроуд, путешествие, там, возможно, по пустыне куда-то ездить. Все, давай, поехали. Да не, я тебе не дам фору, брат, пока. Нет, нет. О! Я уеду, погоди, я учу. Ты до сих пор... Ты еще едешь после такого? Как? У меня, правда, 10 FPS, но ты как-то ехал. Ой, брат. Не, все нормально. Ой, 3 FPS, братан, 3. Просто 3. Мне, кстати, нормально. Да, у тебя все норм? Я не знаю, у меня аж 3 FPS, братан. Ну все, брат, давай, уезжай от меня. Я не знаю, ребят, просто когда я начинаю мало мочить вот этой битой, друзья, у меня нереальные лаги почему-то образуются. Просто жесть, я не знаю, с чем это связано, братан. Ну, по-моему, ты, я не знаю. Вот, ты перевернулся, у меня сразу залагало. Все, брат. Просто сразу же. Это, наверное, из-за тачки, друзья. Да, знаешь, что, Мал, я предлагаю? Добавить какую-нибудь другую машинку, чтобы не так лагало, и продолжим. В общем, ребят, добавили мы новый грузовичок. Это даже похоже на какой-то мусоровоз или что-то такое. В общем, Мал уже от меня уезжает. Я пытаюсь тебя, братан, догнать. Я уже кувыркаюсь по полной программе. Да, реально, ребят. Просто жесть какая-то происходит. Он очень управляемый. Да, да. По-моему, он реально очень хорошо управляется, потому что я в эти повороты не могу входить на бабу. Бабушке, а ты спокойно входишь. О, лежать! Раз, два, три! Стоямба! Стоямба! Я просто не поп... На! На! Сразу догнал! На! Вот так! Бам! Бам! Жесткать, брат! Что происходит? О, я тебя просто оставил без кузова и все, без кабины, да, это из задней? И все, а так ты едешь нормально, братан. Как будто просто прицеп у тебя потерялся, а так все нормально. Да, так, все нормально. Победили. Да, бабушка. Ой, давай в полете. Я хочу тебя в полете убить. Да, давай. Сейчас убью. Нет. А, нет. Нет. Почти. Ой. Куда? Я вообще упал, брат. Я не долетел. О, лежать. Лежать. Колеса отвалились. Не, колеса-то... Да, брат! Когда вот так вот происходит, лежи. На! Просто бам! Бам! На! Взорвал! Взорвал! Да, есть! Блин, капец это эпично, ребята! Ладно, Мал, давай отлетим к городу. Тут еще погоняемся. Все, куда-нибудь отлети. Я тебя буду там искать, братан. Ну все, Мал, давай, поехали. Сейчас я тебя найду. Интересно, куда ты улетел, брат? О, я опять упал, ребят. Да что ж такое? Почему эта бабушка, это Грэнни? Почему она, ребята, такая неуправляемая? Но это эпичная постройка, реально, просто шикарная. Так, она нам безумно понравилась. Так, и куда ты? Легко сказать, брат, ищи, ищи, ага. А сделать-то очень это сложно все. А я знаете как, ребят? Ага, так. Так, где Мал? Кто? Так, ага. Меня нету нигде. Ага, ага, здорово. Привет! Ты что тут делаешь? А я телепортнулся, братан! Получи! Это у меня, братан, суперспособность такая, телепортироваться, понял? В пространстве. Да, я вот так вот умею делать. О, куда там? Куда там? Я не убегаю. Нет, а что? Как? Че? Почему ее так глючит? Что происходит? На! Нет, я убегу. Просто бам, еще почесал. Ну чё, внучек, получил по башке? Давай, ладно, брат. Все, давай поменяемся, прыгай за Грэнни. Короче, я прыгну за этот грузовичок. Ну все, Мал, попробуй. Давай. Попробуй. Я поехал. Ребята, как вы думаете, догонит он меня быстро или не быстро, или вообще не догонит? Да, конечно. Да-да. Пару секундочек, и считай, я уже с тобой. Не, а, брат, нифига, нифига не догонишь. О, понятно, падай, падай там. Падай, падай, брат. Очень сложно управляется. Конечно, а я знаешь, что сделаю? Оп. Ты так не сделаешь. Оп. Нет, оп. Нет, не оп. О, зашел поворот, ребята, еле-еле. Че ты там дом сломал почти? Я улетел. Ой, а куда ты улетел, Мал? Че с тобой? Че? О, ты просто летал у меня по всей карте там.
Капец. Ты где-то направо. Да, понял. Да, да. Ой-ой, погоди. Направо, да, мал. Я просто сделал круг вокруг здания. Да подожди. О, что с тобой происходит? Что с тобой происходит? Давай помогу, брат, да. Я вынесу. Это я тебе просто помог, брат, подтолкнул тебя вперед, понял? Что так называется? Ой. Сейчас тебя подтолкну, погоди. Нет, нет. Ой, все, кабина одна, каюта, да, я сейчас живу, жесть, офигеть, брат, вот это, конечно, эпично, ладненько, давай последний разочек, я тебе куда-нибудь прям уеду, брат, вот так, а ты меня ищи и догоняй, пробуй. Угу, поехали. Давай, попробуй, попробуй. Да-да, попробуй. Попробуй. Подожди немножко. Я жду. В смысле? Я слышу, ты где-то... Я слышал, ты где-то ехал, я понять не мог, а ты на крыше был. Вау! Вау, нифига! Ой, 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 все, колеса нет. На, просто жесть, ребят, все, я не еду, я не могу ехать, брат, только ты меня толкаешь. Не, не, все, а, еще могу, назад могу почему-то. Ну, да-да-да, на, все, вот это эпик, друзья. Ну что ж, ребятки, на этом наш замечательный забавный ролик завершается. Мы надеемся, что видосик вам понравился. Обязательно, ребят, подпишитесь на все наши каналы, ссылочки вы найдете в описании. Также, ребят, ставьте колокольчики и большие пальцы вверх. Оставляйте много положительных комментариев. Чем вы их больше напишите, тем у вас будет больше шанс попасть в следующий ролик. Лучше комментарий, либо получить от нас лайк в комментариях. То и то, конечно, круто, друзья. Если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово Гренни, либо слово бабушка, это будет реально забавно, знаем, смотрим ролики до конца, кто нет. Ну а с вами сегодня были Овер и Мал, всем удачи, ребят, и пока-пока! Пока, чуваки!